Тяжелое ДТП в поселке Татур-Байкала под Хасавюртом. Произошло столкновение пассажирской «Газели», легкового автомобиля «Лада Приора» и большегруза «КамАЗ». В результате ЧП погибли водитель и два пассажира легковушки. Кроме того, в больницу с различными травмами доставлены еще два человека. На месте происшествия работают эксперты ГИБДД. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем жителям и гостям республики с просьбой не нарушать правила отдыха, режима труда и отдыха. И в случае, если вы чувствуете себя уставшим, просто остановитесь и отдохните в безопасном для этого месте.